Сегодня мы с Аей были в лесу, собирали грибы, и она подцепила клеща. Сейчас хочу вам показать, как я буду вытаскивать клеща из нее. Беру ватную палочку и хорошенько смазываю ее подсолнечным маслом. Находим клеща. И гладим его против часовой стрелки. Гладим сколько потребуется по времени. Бывает по-разному. Если недавно... О, смотрите, тут он, видимо, еще не слишком сильно вкрутился. И видите, он отпал. Ну-ну-ну, что там? Не бойся, Айтика, не бойся. Видите? Отпал быстро довольно. Но если сразу так быстро не отпадает, то ничего страшного. Бывает до получаса. Вот так приходится крутить его, как бы гладить против, именно против часовой стрелки. Запомните, против часовой стрелки. Все, забираем клеща. Все, все. Молодец, молодец. Обязательно раздавить клеща, но я отрываю ему обычно носик. Чтоб он ни в кого уже не впился. Обязательно после природы осматривайте хорошенько и как можно быстрее. Вот приехали с природы домой. Сразу хорошенько осмотрели собаку, чтобы вот много клещей, мы с нее еще несколько штук клещей сняли до того, как они успели в нее впиться. То есть как можно быстрее, если вы несколько дней на природе, там на даче, то каждый день по 2-3 раза обязательно осматривать собаку, если она уже на нее нападали клещи. То чем раньше вы их заметите, тем лучше. И снимать их как можно быстрее.